Мы приехали в Салоджу, в некоторое царство. Вот тут мы зашли сейчас, это был вход, это вот избушка полосатая, это пропуск, через него все проходят. Когда была я здесь первый раз, это была осень, сейчас лето. И, естественно, летом тоже очень интересно здесь побродить, подышать, посмотреть. Все так же висят скворечники, домики для птиц, скульптуры. Пойдем вон туда сейчас, тут же, видишь, закрыт. А, хотя бы вот тут вход есть. Пойдем сюда. Вон, видишь, как это для машин вот это закрыто. Ну и, естественно, нас встречает кто? Грибы с глазами. Грибы с глазами. Вот они. Так. Вход для машин закрыт, въезд только для людей. Вот с детьми. Ух ты, такой дубок-то красивый. Да, давай посмотрим. Дуб или не дуб? В нем желудь есть? Нет, это, наверное, не дуб. Это не дуб, наверное. Это вообще какое-то другое растение. Дерево офигенное. Красиво. А ты знаешь, наверное, это дуб. Мне кажется, вот же желуди, смотри. Вот. Да, желуди. Да. Это желуди. И это дуб. Ну, только у него это такие листья дерево. Интересные. Интересно. Он катается. Трехколесные велики. Вот бобр. Кто? Бобр. А это кто такой? Ну, бобер. А, бобер. Так это медведь какой? А, медведь. А с другой стороны бобер. Да ты чё? Такие красивые, конечно, резные домики. Вообще территория вообще очень-очень шикарная. Коровка с ромашками. Да, вот эти дубы это, тут посажены. Вот еще такой же. Вот этот домик желевский. Красивые витые. Балясины их не назовешь. Столбы витые. Вообще прелесть. Просто прелесть. Тут можно на фоне солнышек какие-то фотографии делать, наверное. Скамейка стоит. В некотором царстве. Так и называется этот парк. О, даже корона наверху. Корона. Единорог. Единорог. Да, единорог. Прям вот по сказке гуляем. Здорово так. Ой, какие ворота, иди посмотри, какие ворота шикарные, как старорусские. Смотри, красота какая. Это въезд, то есть приехать сюда, как в гостиницу. Вот ворота откроют, и сюда можно на машине въехать. А там жар-птица? Ну не жар-птица, она как-то... Птица счастья, да, птица счастья наверху сидит. Что-то хвостом к нам повернулась. Ну, надо повернуть ее. Вот. Пойдем так пройдем. Рыбачки, да? Чистят ничего. А может специально, чтобы... Ну, значит, зацвело. Белокаменный. А тут же этот, кафе-ресторан. Это недолго ехали? 20 минут ехали. Мы тут. Да, шикарно, просто шикарно. Но зато-то какая красота, так красиво. Да, вообще супер. Лежат на пирсе мальчик с девочкой. Английские книги читают, по-английски написано он. Учат английский язык. Учат английский язык, да. Вода чистенькая. Отсюда все посмотреть. Вот так. Ладья. Ладья. Вообще шикарно. Все отражается в воде, отзеркаливает.
Где Алёнушка сидит на камешке. А тут даже Иванушка ждёт. Тут я не видела Алёнушку. Ой, какие цветы классные тут. Богато так насажено. Какая клумба. Калеус-то как разросся. Шикарно. Ой, качелька. Давай тоже покачаемся. Давай посидим, покачаемся. Села на качелю покачаться. Конечно, вдвоем тут деревянненькая для детей только. Но ничего, меня выдерживает. Небо все в облаках. О, пошел узнать на прокат тачанку, покататься. Так, Полушка. Что это за Полушка? Деньгам уж такая была. Но это тоже просто сказочные дворцы. И вот в центре стоит такой же дуб. Он огорожден. И на него еще связали, на его ствол связали еще, декорировали таким образом. Крючочком связали крючком. Красиво, молодцы, интересно придумали. Сейчас мы на этой тачаночке поедем. Взяли тачаночку. Так. Погнали. Погнали. Да сильно не разгоняйся. Ой, какой сосновый бор тут открывается. Да, мостиком. Мостик. Козырьком. Да. Ой, блин, потеряла где он. О, класс какой. А воздух-то, а воздух. Вообще шикарно. Ой, вообще здорово. Ты рули, давай рули. Тык-дык-дык-дык. Мы взяли тачанку эту на час, 300 рублей час. Я считаю, что нормально. Вот так вот ходить пешком, ну это хорошо ходить пешком тоже, ну почему бы не покататься. Считаю, что вообще хорошо. И сюда мы забернуть тоже, вот какая-то грибная композиция, сцена, я так понимаю, для ребятишек. Может быть, тут какие-то выступления. А, это фотосессии. Можно здесь фотосессии делать. Да, там вот какое-то озерочко. Вот. А, это амфитеатр. Здесь можно подсидеть какой-то тоже. Поближе подъедь или с той стороны. А, вон туда едь. Вон туда. Вот. Вообще здорово. Везде лавочки, везде много места, где можно посидеть. Вон главный наш этот хозяин стоит. Гриб. Главный наш хозяин. А грибы с глазами. Боровик. Гриб-боровик. В основном бору боровик. Ой, красавец-то какой, а. Прям вообще мне нравится он. И оказывается, мне вообще нравятся грибы с глазами. Прям супер. Классно. А здесь животное не запахло. А, здесь такие вот всякие домики стоят. Здесь можно вот посидеть там, покушать. В горку, ага. То есть беседочки такие. Ты можешь здесь шашлычок. Ну ты давай, ты не просто руль отпустил. Ты едь, но держи. А там мураш какой-то был. Мурашок сидит. Муравей. Чик.
А тут все в цветах. А что здесь все в цветах? Ты остановишься сейчас, я пойду погуляю, а ты так отдохнешь. Ну, ты посидишь, да? Посидит. Посидит. Пусть у него ноги немножко отдохнут. Ой, а то он все-таки педали жмет. Ой, какая прелесть. Садокчик такой, садочек. И по цветочечкам. Ой, ой, ой. И все так аккуратненько здесь. Вокруг вот можно. Ходишь по-чистенькому. Любуешься цветочками. Тут посыпано опилками. Идешь прям как по матрасу какому-то мягкому. Амортизация. И запах опилок стоит. Все здорово. Ну, ухаживают, да. Мешки там с мусором стоят. Но это флоксы, я их знаю. А это что такое за растение? Не знаю. Это семена, наверное, там уже бутончики такие. Уже, наверное, отцвели эти цветы. Ой. Ой, а тут запах реально флоксами стоит. Ой, просто вообще вкуснятина. Пойдем дальше, погуляем. Вот это, наверное, домик для белочек, может быть. Ну, не для птичек явно, для каких-то животных, но не написано ничего, не пойму. Так, кучер, или кто-то там будешь у меня нынче? Рикша. Рикша, точно, рикша. Сейчас нормально тебе будет? Да. А то там в гору, конечно, тяжело ехать. Так, поехали. Давай, жми. Куда? Показывай. Прямо жми, тут дорога одна. Так, а тут тоже есть такой зоопарк, там коняшки, козочки вон вижу. А здесь вот такой птичий двор. Ух ты, ух ты, ух. Ага, точно. Ага, вон это и белочки. Но белочки так, какие-то замусоленные. Нет, не ухоженные как будто бы. Ну как прыгает. Павлин там ходит. Может, у них просто сезон такой, что они такие, как плешивенькие немножко. Может, они как раз линяют просто. Хвосты не густые. Потому что зимой, конечно, у них гуще хвосты. Запах, конечно, тут конями. Запах стоит конный. А кто здесь живет? А, зайчики живут тут. Надо было ему дать. Зайчики живут. Так. Рядом. Рядом. О, а тут эти юрты какие-то. Красота. Ну, тоже, наверное, фотографироваться. Ну, ребятишкам, конечно, тут интересно полазить, поиграться. Вон уже один сидит в домике. Ну, отлично как. В котле цветы. Замечательно. Попробуйте вместе. Вигвам. Да, да, да. Так, рикша, стой. Рикша, стоп. А ты чем стормозишь? Не этим, не рычагом, не этим? А, нажми здесь тормоз. Отлично, поехали. Давай, гони. Гони. Классно. Ой, как здорово. Шикарно. Ты что не рулишь-то? Да кто рикша-то, я или ты? Я ничего не пойму. Ты ничего не рулишь-то? Ты давай рикша, я еще, это, еще и рулить должна. Я должна ехать и наслаждаться. А там домик и лебедь в домике. Чистит перышки свои. Молодец. Вот везде такие вот скамеечки, столики, беседки. То есть сюда можно приехать со своим термосом, со своими бутербродами.
И на выходной день в такой, в принципе, большой такой парк. И все. Сиди себе, отдыхай. Вон даже это площадка волейбольная. Баскетбольная. Столбик. Фонарик. Он спуск к воде получается есть. Ну, все, стой. Сейчас я сяду. Вот мы проезжаем сейчас мимо туалета. То есть тут есть и туалет, если приспичит кому. Красиво еще так вот украсили его. Давай сюда теперь. Мы там уже были. Давай сюда. Мой рикша не гуляет, только катает меня. А я гуляю, выхожу с остановки, не гуляю. Как мне нравятся эти домики детские. Ну, молодцы, такую красоту сделали. Прям вообще. Просто красота. Что тут скажешь? Для дюймовочки. Домик для дюймовочки. Цветочный, потому что... О, уже рикша развернулся в другую сторону, уже вон он стоит. Ага, там Стоунхенд, или как он там? О, гоняет, просто гоняет! Едь вон туда, я пойду к этим камням подойду. Может быть, там... какая-нибудь зона волшебная, загадать какое-нибудь желание. Даже костер, видать, тут, ну, как бы зажгли, потом, видимо, потушили, чтобы создать имитацию, что тут совершались какие-то ритуалы священные. Да, изобразили на них такие вот рисунки. Ну, в общем, создали такую иллюзию. Ко мне навезли. Вот она, дракошечка тут вылупился. Из яичка такого. Маленький еще, потому что детеныш он еще пока. Поэтому еще такой небольшой. Ой. Так, теперь сюда, а там есть где дорога? Не знаю. Не знаешь? Там тебе, наверное, тяжело будет, видишь, как в эту, как в гору. Пасхальная. Да, оно это, все времена года здесь. 33 богатыря стоят на страже. Вау, красота. Тут какой-то банкетный зал, наверное, праздновать всякие мероприятия, карета. Вон уличная, там что-то есть. Может, кукурузка, если есть, потом можно купить кукурузку. Нам можно... Мы сколько прокатались уже? Ну, через полчаса будет час. О, всего 30 минут прокатались. Нам еще 30 минут гонять. Вот этот цветок, конечно, куст. Куст обалденный. Интересно, он пахнет, нет? Ой, пчелка летает. Ой, еще пчелка. Поехали дальше. Красивый куст. Ну, пчелки летают. Убегаем. А, вон тоже какие цветы. Я таких ни разу не видела. Вон такие вот белые кустики. Давай я его выйду, понюхаю. Оказывается, это тоже гортензия. Метельчатая. Ну, мне кажется, такие не похожие вообще цветы на с обычной гортензией. Ну, ладно. Спорить не буду. А на домиках есть флюгеры. Вообще классно. Красиво. Интересные.
Вообще молодцы, воссоздали. Они прям воссоздали здесь все. И деревянные, как бы, архитектуру, да, и каменные, то, что возможно. Прям молодцы. Такой комплекс сделали отличный, разнообразный, но сохраненный русский вот этот старославянский стиль. Вот эти домики просто вообще волшебные. Джель называется. Да, да, да. Здесь тоже труба. Вообще просто заглядение. Вау. Вау. Ой, красавица. Ой, какие терема. Даже не знаю, в каком бы я бы захотела жить. Прям вот у меня, если бы мне сейчас сказали, выбирай, в каком хочешь жить. Прям вот, чтобы мой был. Я бы прямо это растерялась бы. Не знаю, в каком бы я выбрала. Разогнался, хотел заехать на этот мостик. Но, естественно, не смогли. Поэтому обратно вот я сейчас. Вау! Видел, какие там цветочки? Где лилии там? Вообще. Они что, настоящие? Да. Пойдем поближе. Вот видишь, вот маленькие. Слушай, точно. Да, можешь по тропинке к ним прийти. Да, я хочу сейчас подойти. Так, ни разу, наверное, лилии. А вон рыбы. Точно есть. Есть, ага. Слушай. Какие-то сутки мелких, целая стая. Ой, ужас. Так тут рыбачить можно, да? Ну нельзя. Слушай, вот лилии я ни разу, мне кажется, я их ни разу не видела. Пойду посмотрю. Ой, надо же, лилии. Слушай, ой, ну я просто в восторге. Я ни разу не видела живые лилии, только на картинках. Ну а где бы я их видела? У нас не растут. В Сибири не растут. Какая красота. И распустившиеся. Больше не приближает. Хочет в беседке сфотографироваться сейчас. А, давай сфотографирую. А, ты так хочешь? Давай так. Так, мы зашли тут в ресторан в некотором царстве, который находится. Конечно, здесь цены очень дорого. Но мы заказали всего-навсего чай с пирожным. Ничего, конечно, такое плотное мы не заказывали, чтобы сильно нам не тратиться. Как красиво у них там все это. Тоже птица счастья. Хотели на улице сесть, но там все места заняты. Мы сели здесь. Ну, в принципе, здесь хорошо, не жарко, ничего. Свет так падает, что я как будто в тумане каком-то. Вот, на улице все, короче, занято. Так, я заказала штрудель. Такой вот красивый. Сейчас буду пробовать на вкус. Ну, так как муж у меня ничего такого сладкого не хотел, он взял просто блинчики. А я штрудель. Давай, наливай чай. Заварился? Подсел, да. Может, какой-то туповатый. На тебе. Штрудель яблочный. Но не просто начинка яблочная, еще миндальные орешки. Причем так очень насыщенно. Не пожалели ни орешков, ни яблочек.
вкусно. Охо-хо, какая машина. Вау. Не будем. А не вас, машина просто.